Детям беженцев из Украины перед Новым годом устроили настоящий праздник. Московские гости, член комитета Совета Федерации Александр Татаонов и член Общественной палаты России Заурбек Кучиев приехали поздравить их в санаторий Осетия. Дети в карнавальных костюмах рассказали новогодние стихи Деду Морозу и Снегурочке. Напомним, в Северной Осетии на сегодняшний день остаются 207 жителей Украины. Из них 75 – дети. Также Александр Татаонов и Заурбек Кучиев побывали в санаториях «Юность», «Томиск» и «Турбазе» Ростабан. Если мы все вместе, земляки, наше осетинское сообщество, наши, люди нашей республики, независимо от национальности, вероисповедания, взглядов, политических амбиций, все вместе сможем добавить частичку тепла в жизни тех людей, я думаю, небеса непременно возблагодарят всех нас.